Вручать ключи от автомобилей, предназначенных для нужд разных ведомств, на главной площади города уже стало доброй традицией. Тем более и повод приятный. Новый год совсем близко. В этот раз губернатор Алексей Русских вручил ключи директорам сельских школ, ключи от новеньких автобусов. Всего у нас по области бегает около 300, а точнее 294. За 6 лет практически весь парк мы обновили, 230 автобусов было новых поставлено. Уверен, что они будут радовать ваших детей, родителей, и станут на маршруты, будут ходить в школы, возить наших ребят на экскурсии, на спортивные соревнования. Поздравляю вас с этим событием. А вручить ключи главе региона помог Сережа Панасенко. Сегодня он весь рабочий день проводит с губернатором. Это было новогодним желанием мальчишки, который участвовал в «Елке желаний». Сережа, на таких ходят вас автобусов? Почти на таких же. Почти на таких же, да? Комфортабельные и соответствующие всем правилам перевозки детей. В новых автобусах школьникам будет не только тепло, но и безопасно. Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности, удобными подножками для посадки и высадки детей, цветографическими схемами. 53 автобуса направлены в 50 школ региона. В том числе 6 школьных автобусов передадут образовательным учреждениям подведомственных Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области. Анна Тищенко, Улправда ТВ.